горнолыжный курорт Архыз, без сомнения, жемчужина Карачаево-Черкесии. Его знает вся Россия. Сегодня это всесезонный курорт. В теплое время гостям предлагают подняться в горы на канатной дороге, принять участие в экскурсиях и походах к озерам и водопадам, древним городищам, испытать себя в экстремальных видах спорта. Зимой стартует горнолыжный сезон. Открываются подъемники и трассы всех уровней сложности. Детские горки, ледовый каток. Так что сюда можно смело приезжать с детьми. Накатавшись, нагулявшись, надышавшись этим чудесным горным воздухом, вы обязательно проголодаетесь и захотите подкрепиться. Где это лучше сделать, мы вам сейчас расскажем. Готовить здесь действительно очень вкусно. Поэтому к этому киоску всегда выстраивается очередь. Знакомьтесь, это наш земляк Ахлау Узденов, знаменитый фуд-блогер, который прекрасно знает восточную и кухню. И будет готовить сегодня нам такое интересное блюдо, которое называется... Популярное, очень популярное турецкое блюдо, которое называется искендер-кебаб. Подготовка начинается с раннего утра. Нужно сделать фарш и замариновать его, чтобы он остался хотя бы пару часов. Потом формируют вот такую котлету и отправляют в холодильник. Большая котлетка получается. Ну такая, да, это получается одна такая большая красивая котлетка. И теперь мы ее ставим запекаться, да? Можем, да, быстрее. Да. Мы ее ставим на вертель. Запекаться наша большая котлета будет около 20 минут. За это время предлагаю зайти на страничку к нашему шеф-повару. Только для начала перекусите. Смотреть на голодный желудок не рекомендуется. Чего тут только нет. И рецепты традиционных кавказских блюд, и ближневосточная кухня. А как все аппетитно выглядит. Сразу хочется все попробовать. Боже, как пахнет эта котлета. Когда уже наш искандер-кебаб будет готов? А пока занимаемся подготовкой ингредиентов. Нам понадобится поджаренный лаваш, очень вкусный домашний айран и кипящий томатный соус. Ахлау, а почему мы будем готовить именно искандер, вот это блюдо? Собственно, потому что мы открылись ради этого блюда. Это блюдо очень мне близко. Я начинал свой кулинарный путь с него, и поэтому мы открыли это заведение, не стали называть его искандер-кебаб, назвали донер-кебаб, потому что, собственно, мясо, которое жарится, так и называется. И поэтому мы будем готовить искендер-кебаб. Ну, говорят, что это вкусно. Я, правда, не пробовала. Приготовим, попробуем. Это мы делаем сухари, правильно? Да. Uh-huh. Из домашнего лаваша мы нарезаем сухарики. Они будут у нас лежать на дне нашей посуды, так скажем. В общем, это основа. Да. Нарезаем. А скажите, пожалуйста, Ахлау, вот вы, я видела ваш блог, у вас там столько интересных рецептов. Вот я смотрю и думаю, учился этот молодой человек не где-нибудь, а в финансовой академии в Санкт-Петербурге. Но вот для этого стоило поступить в финансовую академию, чтобы понять, что мне это не нужно, и я буду поваром, да? Сколько вы там учились? Суммарно 6,5 лет я уделил учебе. А вам это образование экономическое, оно помогает сегодня, в сегодняшней жизни? Конечно, помогает. Дело запустил я. Считать деньги тоже нужно уметь, потому что если бы я это делал, имея только навык приготовления еды, я думаю, далеко бы бизнес не ушел. Мясо наше, в принципе, уже подготовилось. Я думаю, можем его начать нарезать. О, как вкусно пахнет! Да? Хорошая баранина, видимо. Местная, поэтому... Нарезать мясо – непростая задача. Тут нужна определенная сноровка и опыт. Нужно соблюдать определенный ракурс. Обязательно нож должен быть хорошо заточен, потому что мясо горячее, плюс жирное. Нож быстро тупится, поэтому нужно его время от времени всегда подводить и делать это по определенной технологии, скажем так. Я понимаю, турецкая кухня, это, конечно, всегда очень вкусно и выглядит аппетитно. А искандер, вот почему так называется? В честь изобретателя этого блюда был такой искандер эфенди, если я не ошибаюсь. В 19 веке, в 1867, кажется, году, он запатентовал это блюдо, он его изобрел. И с тех пор вот это блюдо получило такое название. Существует еще другая версия, что это как бы блюдо изобрел Александр Македонский. Ходит такая легенда.
Вот, он как-то на привале пожарил мясо, залил его томатным соусом, ему это так понравилось. И Искандер, оно же означает в переводе Александр, правильно? Да, такую версию я тоже слышал, но вот я думаю, самое... К правде приближенная версия – это то, что блюдо приготовил Искандер Эфенди и его изобрел Тахтёр. Ну, нам все равно было бы вкусно, правильно? Да, да. Давайте, раз, собираем блюдо, да? Да. Угу. Собираем сразу две порции для вас и для меня. Ага. Сначала насыпаем в наши формочки подготовленные сухари. А этот Искандер у вас сразу получился кебаб или нет? Или испортили пару штучек? Нет, все самое главное зависит от мяса, какое мясо к нам приезжает. Если мясо подходит хорошо для вертеля, тогда блюдо не может не получиться, потому что составляющих не так много. Соус у нас, технология отточена, соусом ни вправо, ни влево шаг мы не делаем. Как изначально мы его изобрели, так с ним и работаем. То есть соус вы сами придумали? Ну, соус мы ввели немножечко коррективы, так скажем, добавили пару... своих, так скажем, изюминок, поэтому соус не классический, соус фирменный. Ага, расскажите рецепт или это секрет? Это, конечно же, секрет. Ага, ну как у всех поваров, свои секреты. Далее мы заливаем сухари томатным соусом. Самое главное, он должен быть очень горячим. Раскаленным, да? Да, да, чтобы и сухари хорошо пропитались. Теперь выкладываем наше мясо. Сливочное масло. Вы правы. В традиционном рецепте используют еще сверху поливаю сливочное масло, но так как мы находимся на зимнем курорте, я им не поливаю, потому что на улице холодно и масло немножечко застывает. И чувствуется вкус, так скажем, вот этого самого застывшего масла. Тем более, что в нашем мясе мы используем курдюк, он тоже вытапливает достаточно много жира. И со сливочным маслом это уже получается. Масло масляное. Да, масло масляное. Хорошо, дальше. Дальше с краешку мы укладываем немножечко домашнего айрана. Айран мы используем для того, чтобы он нейтрализовал и забирал на себя где-то специи, где-то немножечко жира. Он является в этом блюде нейтрализатором, так скажем, вкуса. Как в роллах используют имбирь, так мы используем айран. И последний штрих – перчик. Практически последний штрих, да. Еще немного свежих помидоров. И по желанию гостей, я спрашиваю, мы добавляем красный перец. Этот перец я купил на стамбульском рынке. Очень хороший, очень качественный перец. Да, поэтому я добавляю немножечко его. Я сам люблю острое. Я тоже. Ну, я видела в вашем блоге, был такой стручковый зеленый перец. Да. Ну, сейчас не сезон, к сожалению, стручкового зеленого перца. Он дает свою горечь, он дает свой аромат приятный. Но пока что мы его, к сожалению, использовать не можем. Найти его не так-то и просто. Хорошо. Наступает самый ответственный момент, потому что вот это замечательное блюдо Искандер кебаб надо еще уметь правильно есть. Расскажите нам, пожалуйста, с чего начнем? Ну, пробуем мы, конечно же, в первую очередь с мяска. Так. Мы же должны понять, в принципе, что у нас в основе, что у нас здесь самое главное. Его сразу надо макать или нет? Нет, я вообще даже не столько макаю, сколько прикусываю айран. Я беру немножечко и сразу же гашу все специи. А я хочу попробовать, чтобы получилось. Получилось очень вкусно, мясо сочное. Вкусно? Да. И не сухое. Спасибо. Далее можно добраться до сухарей. Сухари, пропитанные томатным соусом, это нечто особенное. Попробуйте. Не, ну перец действительно хороший. Да. Чувствуется, что его покупали в Стамбуле. Получается, как в анекдоте. Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Спасибо вам за хороший вкусный перчик. Спасибо вам. Мужчина обычно готовит всегда лучше, чем женщина. Но вот вы говорили, что вам когда с детства нравится. Где вы научились готовить так? Ну, будучи еще школьником, я дома там готовил для себя завтраки, какие-то обеды там и так далее, потому что с детства был самостоятельным достаточно ребенком. После чего поступил в университет,
там тебе уже готовить некому, там ты вынужден сам себя прокармливать. Тут уже появились более обширные навыки, дополнительные какие-то блюда начал изучать. И уже когда я жил в Санкт-Петербурге, когда я там учился на магистратуре, я решил попробовать себя в роли повара, устроился в турецкий ресторан, и там уже более профессиональные навыки мне начали приходить. А чему научились в турецком ресторане? Вообще, что это за кухня? Как они живут? Как готовят? Расскажите немножко. Готовят очень пламенно, остро, страстно, очень вкусно. И на кухне всегда вот, кипит вот эта вот буря эмоций. Кухня действительно очень яркая, насыщенная и богатая. Оттуда, собственно, я и получил навык приготовления искендер-кебаба. А вот говорят, в Турции вы же были в Стамбуле, да? Конечно. Говорят, что там уличная еда даже вкусная. Это так? Конечно. Да я даже скажу, что уличная еда там вкуснее, нежели ресторанная. Серьезно? Конечно. Ну, дорогие зрители, берите на заметку. Приедете в Стамбул, питайтесь уличной едой, да? Да, да. Смело. Можете не переживать. И дешевле, и вкуснее. Да, и быстрее. Угу. Ахлау, вы просто супер. Спасибо. Очень вкусно. И мясо в меру прожаренное, сочное, такое вкусное. Мне кажется, его даже перебивать ничем не надо. Угу. У нас получилось не искандер кебаб. Пальчики оближешь. Театр, значит, режиссер вызывает молодого актера, говорит, слушай, ты у нас практику проходишь, я думаю, мы возьмем тебя в труппу, но ты сначала выступи в одной из массовых сцен, мы тебя потом посмотрим, оценим. Вот тебе роль, дает ему роль, так сказать, ну, она простая, вот представь себе, на опушке гусары сидят, разговаривают, такой, у них такой, так сказать, разговор вечерний, ты выходишь и просто говоришь, здравствуйте, граф, и все. Ну, ответственная роль. Молодой актер учит эту роль, здравствуйте, граф, перед зеркалом, там, здравствуйте, граф. В общем, по-разному, так сказать, примеряет всякие жесты к себе, и, так сказать, и мимику. Наконец, премьера. Премьера, открывается, значит, занавес, его выход, он весь трясется, как осиновый лист. Выходит на опушку леса, значит, так сказать, и выходит, и совершенно боковым зрением видит, что полный зал народа. Вот этот полный зал народа, его, так сказать, сразу охладил, и он превращается в такую мумию с полным зажимом всего, в том числе ему помощник режиссера говорит, поздоровайтесь, здравствуйте, граф. Он слушает, что ему говорит помощник режиссера, здравствуйте, граф, еще больше деревенеет. А на пушке сидят гусары, пауза возникла, ему вот гусары тоже так. Здравствуйте, граф, здравствуйте. И каждый раз, когда ему кто-то это говорит, подсказывает, он все больше и больше превращается в каменную статую. Зажим, театральный зажим, который сковывает все. Актер боится, не может ничего сказать. Наконец, публика подключается в первые ряды. Здравствуйте, граф, здравствуйте, граф. Все, человек стоит, врос корнями. Зал начинает кричать и помогать. Здравствуйте, граф. А в середине сидел на шестом ряду такой совершенно пьяный, не театральный человек. Рядом с женой просыпается, смотрит вокруг. Что такое же? Ну, слушай, ты, ну что ты как этот, ну поздоровкайся ты с этим графом, тебя же публика просит. Гардируб, зритель, просит работницу, говорит, повесьте, пожалуйста, мою куртку. Нет, у вас петли нету. Ну, за капюшон повесьте. Нет, у вас нет петли. Ну, пожалуйста, повесьте как-нибудь, сейчас спектакль начнется. Нет, не начнется. Видите, вон актеры сидят, петли пришивают. Значит, провинциальный театр, народу мало, не каждый день приходит. Звонок в кассу. Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а что у вас сегодня? Ну, у нас сегодня Король Лир. Король Лир, да. Ага. Это что? Ну, это трагедия Шекспира, Король Лир. Ага. Скажите, пожалуйста, а во сколько начнется спектакль? В 7-6? А извините, а во сколько вам надо?